15-й Красноярский экономический форум традиционно начинается с молодежной площадки. В этом году основная тема – экономика будущего. Неожиданное начало. На площадку на дефиле выходят модели. Показ устроил молодой красноярский дизайнер одежды. Он рассказал, как из необычной идеи родилась линейка модных вещей. Это одна из пяти историй успеха молодых красноярцев, представленных на форуме. Все они когда-то креативный проект воплотили в жизнь и теперь занимаются бизнесом, востребованным не только по всей России, но и за рубежом. От площадки, конечно же, ждем предложений, как сделать так, чтобы у нас таких предпринимателей, креативных, талантливых, индивидуальных, появлялось в Красноярске еще больше, в России еще больше. И действительно, мы его назвали тему «Экономика будущего», вкладывая это такой смысл, что те креативные предприниматели, они прежде всего ставят себе цель не только зарабатывание прибыли, но прежде всего принести что-то новое, создать уникальный продукт, который бы был направлен на созидание, на развитие этой страны, города, региона. Активные молодые люди со всей страны обсуждают, как с помощью нестандартных идей и решений повысить качество жизни в российских городах. В этом году КЭФ посвящен обсуждению приоритетов национального развития на ближайший период. Например, здравоохранение, образование, развитие малого и среднего бизнеса, цифровой экономики, международной кооперации и экспорта, а также важнейшей на сегодня теме экологии. За эти годы мы убедились в том, что какие бы темы здесь ни обсуждались, начиная от преодоления кризисных явлений в экономике, включая открытое правительство, экологию и многое-многое другое, именно молодежь задавала хороший старт всей атмосфере экономического форума, предопределяла его динамику и конечные результаты. Сегодня у нас 800 участников именно молодежного, что называется, крыла Красноярского экономического форума. Всего же во время 15-го Красноярского экономического форума планируется подписание около 60 соглашений между краем, регионами России и различными предприятиями, в том числе и зарубежными. А по итогам работы молодежной площадки будет сформирован список лучших идей и предложений правительству Российской Федерации. Чем прекрасна молодежь, да, и чем прекрасно использовать идеи? Потому что это идея, это то, что придумывают люди и еще с незашоренным вниманием, да, это возможность создавать что-то новое, это еще отсутствие границ. И мы видим много проектов, которые создаются молодыми людьми, но создаются для людей разных поколений. Через всю программу КЭФа в этом году проходит тема формирования экономического макрорегиона Енисейская Сибирь. Этому проекту посвящен целый огромный павильон на форуме. Помимо обсуждений, здесь проходит презентация крупных инвестпроектов, которые станут основой для возможного объединения Красноярского края, Тувы и Хакасии в один большой макрорегион. Отдельная площадка посвящена развитию краевого центра. Все гости Красноярского экономического форума могут посетить интересную интерактивную выставку. Здесь с помощью очков виртуальной реальности можно увидеть будущее Красноярска. Например, вот это – проект развития благоустройства городской среды возле здания краевого суда. Ярослав Цымбал, Максим Галат, новости.